Сегодня утром в санаторий ворвалось больше 20 человек, одетых в гражданскую форму. Выгнали врачей и отдыхающих из палат, из кабинетов, из лечебных кабинетов, и пытались провести инвентаризацию санатория Лермонтовского с целью захвата санатория в интересах Министерства юстиции. Хочу всем напомнить, что Министерство юстиции, начиная с января этого года, не прекращает свои незаконные попытки завладеть санаторием Лермонтовским. Большинство людей из прибывших сюда отказались представляться, а те, которые представлялись, оказалось, что их удостоверения давно просрочены. Вот УФА, на основании которой они, собственно, сегодня приходили. Вот определение о применении обеспечительных мер, которая утратила силу, потому что она была подана до подачи искового заявления. И с этим как бы они пытались сегодня произвести незаконные исполнительные действия. Им было сообщено о том, что эта УФА утратила силу, как бы, несмотря на это, они пытались продолжить исполнительные действия, но им было отказано в доступе к помещению, исходя из того, что они действуют незаконно. Им об этом сообщили, после этого они составили акт и ушли. Дело в том, что это определение было подано до подачи искового заявления. Это непосредственно порядок, предусмотренный Хозяйственным процессуальным кодексом, в котором прописано, что они должны в срок 5-дневный после вынесения этого определения подать исковое заявление. Соответственно, они в срок не подали, и в самом определении написано, что если они в срок не подают, ухвал утрачивает силу. Более того, дела с подобным номером в хозяйственном суде на сегодняшний день нет, что говорит еще раз о незаконности их действий.